Стрела бежала изо всех сил против течения. В то время проходные гонки на Волге были самым обычным явлением. Поволжские газеты были полны негодующими описаниями всевозможных столкновений и аварий. А мы с вами читаем рассказ Владимира Короленко «Художник Алымов» и возвращаемся на Волгу позапрошлого столетия. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».